Губернаторская программа «Мой подъезд» реализуется в Московской области с 2016 года. За 5 лет в регионе отремонтировано 83,3 тысячи подъездов, в которых проживает в общей сложности около 3,5 миллиона жителей. Глава Одинцовского округа Андрей Иванов напомнил, что для жителей участие в программе является добровольным. Включение в перечень ремонтируемых объектов происходит по решению собственников жилья.